Игра Outlast 2 содержит сцены тяжелого насилия, изображение крови, графический сексуальный контент и ругательство. Наслаждайтесь. Ох, ребят, ща будет стрёмно. Please, Blake. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. Он идет. Пожалуйста, Блейк, он здесь. Пожалуйста, Блейк, остановите быстро. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. Господи, Блейк. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. Ну, боже, это зачем? Ты просишь имя какой-то женщины. What? Что? In your sleep. Как ты это спал? Кажется, Джессика. You know a Jessica? Ты знаешь, какой Джессика? No, о, нет, no. То есть... I mean, есть. I was dreaming about Jessica Gray. Джессика Грей из моего детства. Oh, yeah. Ах, да, я вспомнил. Да, не, очень давно. Hey, we're crossing into reservation land now. Ты сказал, нужно искать какой-то завод. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. Да. We can look, but there's nothing out here. Можно попробовать, нет. Does look pretty empty. Тут вообще ничего нету. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. Ну, кажется, ты им так платишь. We should record an intro while we're up here. Можно записать вступление? Production value? Это важно для монтажа, конечно. Так, вот наша камера. Powered by diaphragm with this thing on. Я могу релимпировать диктофон. Audio's gonna be crap. Звук будет ужасный. О, во-во-во-во. Fuck! Sorry about that. Извините, ребята, Лео плохо так регулирует, но все в порядке. Да, все в порядке, супер. Это было круто. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Okay. Давай. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Linda, I don't think you should say murdered. Я думаю, стоит говорить жертва. Oh, I'll say she strangled herself to death. Она сама себя задушила. What the police report says? We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. Хорошо. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest. Oh! Ой-ой-ой-ой-ой. We lost the engine! Fuck! Кто-то улетел! Стой! Боже! 30 метров! Ой-ой-ой-ой! Не отпускай меня! Ох, ребят, Outlast 2. Правда, все уже сняли видео, но мы сейчас будем щекотать себе нервишки. Надеюсь, вы готовы. Готовьте чаечку, а мы начинаем. О-то-то-то-то-то-то. Ой-ой. FPS, FPS, ты чё? Так, это... А как камеру достать? Как бегать? Чё как делать? Просто чему не научили. Вы не прис... Может, не надо? Я, в принципе, могу постоять в коридоре. Время 9 часов вечера. Данил записывает Outlast 2. Выход, выход, быстрее на выход, беги. Беги, выход. Еще чуть-чуть. Выход, да. Ой-ой-ой. А, ё-моё! Мы тут не одни. Какие не одни? Ты чё гонишь, что ли? Ты штаны не ложил? Это вам не телефонные игры. Несколько раз.
Бери камеру. Так. Фак! Черт. Лен! Что можно? Лен! Нажать тап. Тап, нажимаем тап. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Смотреть запись. Так, приблизить. Пауза, клавиш пробел. Так, что, вот мы убрали. Так, куда идти? Ну, тут, по-моему, можно слезть. Надеюсь, меня слышно, но сейчас я звук маленько убавлю, чтобы меня было получше слышно. Так, чувствительность, громкость. Сейчас я чуть-чуть убавлю. Так, так уже, думаю, лучше будет. Воу-воу-воу-воу. Так, у нас одна батарейка. А, вот как камеру убирать. А инфокрастика включать. Так, подожди. Найти Лин. А как, короче, делать вид другой? Ой! Аж для лечения. Успели мы зайти в игру, а чуть уже не умерли. Так, чтобы эту ступень двигать в направлении. Так, так. Контр. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы начать запись, чтобы продолжить. Пожар. Я так понял, у нас двигателем это. То еще музыка так сопровождает, короче, очень плохая. She wasn't there. Ее тут не body wasn't in the wreckage. Да, Лин не было среди. She could still be alive. Она еще может быть жива. Ох, я думаю, ей больше ничего не поможет. Вот дерьмо. А что с ним? Господи, это... Тело нет, я здесь нет. Лин! Лин! Ой, уж не кричи, чувак. Так. А, вот инфокрасный, наверх. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Там что-то есть, пошлите туда. О, фак ми! Твою... Фак-фак-фак-фак! That did not happen in the crash! Я не хочу в это играть. Это случилось. Лин. Чувак, у тебя проблемы. Пилот, я даже не знал его имя. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Сделать кожу живого человека. Да, чувак, это Outlast 2. Тебе тут больше чуть поможет. Ребят, давайте наберем лайки, лайки. Все зависит от вас. Если это видео набирает 8 лайков, я продолжаю. Записывается Outlast 2. Обнять можно, удерживая вперед или... А, так. Батарея кончается. Какая батарея, ё-моё. Я же забыл, когда играл в Outlast, видимо, что-то уже батарейки. Ой, осторожно, осторожно, чувак. Идет сохранение. Деревушка. Так. Я боюсь, что еще буду просматривать видео, меня кто-то схватит сзади. Да, тут не должно быть ничего. На милю. Я тут был не один. Чувак. Я тут был не один.
Да, чувак, ты тут был не один. Давайте будем экономить эти батарейки. Что вы прискочите через экран? Hello? Эй, я заблудился, не ранен. I'm lost and hurt. По-моему, ты можешь залезть через стекло. Вы чего? Люди. Я слышу, кто-то бродит слева. Не знаю, как вам, но это очень. Это был из демо. Давай закроем его. О, ничего не будет. Батарей. Hey, man. Oh, моя you're... дорогая, милая Элли, я не могу вынести того, что мы сделали. Я не могу быть так далеко от наших малышей, поэтому я решил поклониться жизни. Покончить жизнь, нафиг. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставил тебя так одну. И допроси меня, Господь. Это последний грех. Я знаю, что мы должны были так помесить. Жертва душа такая родная. Какие суицидники тут живут. Бери батарейку, батарейка. Я слышу кого-то. Беги! О, ребята! Ребятушки! Нам хана. Нам хана. Беги, вы устаете. Знаю я, что я устаю. Значит, они сюда, что ли? В смысле батарейки, ё-моё. Куда мне идти? Когда я играл в Atlas 1, там хотя бы было направление, куда можно было пойти, а тут вообще ничего нету. Так, я не понимаю. Вот тут есть такой небольшой проходик. Может быть, сюда? Вы не видели? Там кто-то прошел. Какого фига? Что? Ребят.
Ё-моё. Ё-моё, вы видели? Я не хочу, если честно, выходить отсюда. Дверь открывается, дверь открывается. Я могу, в принципе, посидеть здесь. Просто тьма, ничего не видно. У меня нет батареек, весело, ха-ха. Tragedy wall. Так, чего проводят? Я чувствую напряжение. Tension in my skin. Somebody watching me. Чувак, на тебя, я не думал, что на тебя кто-то смотрел, на тебя и впрямь кто-то смотрел. Батарейки. Наша цель сейчас найти батарейки. Батарейка! Это было стрёмненько. Там нет никого. А, не-не-не, подожди, закрой. Да, вот, правильно. Тут нет нигде. Так, я зашел через окно. Да, следовательно, мне нужно сейчас пойти вот в эту дверь. Или вот в эту. А, пошли тогда вот сюда. Так, вот мы прошли, уже что-то. Уже что-то мы сделали. О, не-не-не, включи. Кресты. Это какие-то психически больные живут. Ай-яй-яй. Я слышу, кто в лесу ходит. Сатанас и не become day. Если честно, я вообще не хочу это читать и играть, тем более в это не хочу. Ё-моё. Узкие пространства, здрасте. Чё за зима? Дети. Это дети. Горелые. Дети. Фу-фу. Вот это дерьмо. У вас кончается батарея. Да я знаю. Дефицит с этими батарейками. Нажми C, чтобы проползти.
жизни. Бери батарейку, батарейку бери. Так, там кто-то есть, это точно знаю. Просто мурашки по позвоночнику пошли. Фух, ребята. На что я подписался? Вы не представляете, как это стрёмно. Это... Вот вы знаете, вот есть стрёмная такая, есть еще двойне стрёмная. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. У меня еще одна батарейка осталась. Она, значит, там, короче. И мне нужно мимо нее пробежать. Батарейка нам нужна. Так, она в доме. Есть такая идея, просто взять и пробежать тупо. Ребят, вы готовы? Я лично нет. Беги! Это пипец. Это пипец, короче. Ох, ребятушки, ребятушки. У меня мозг тупо не варит, что нужно сделать. Есть небольшая идея, допустим, вот она идет на нас, да? Вот ты как думаешь? Вот она идет на нас. Можно залезть в какую-то бочку и спрятаться от нее. И когда она пройдет уже... Или обойти ее просто. У меня есть небольшая идея, просто тупо она же сюда сейчас пойдет. Но я ее шагов не слышу. Смотри, сейчас мы вот тут ее обходим, короче. Вот, и бежим туда. Тупо бежи, беги, 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 беги. Нифига ты ускорился. На С нажимай, на С, проползай, проползай. Красавчик. Ребят, я думаю, на этом мы сделаем с вами перерыв и продолжим в следующей серии. Давайте набираем лайки, и я продолжаю играть The Last... Ой, какой The Last of Us? Outlast 2. С вами был Незер. Всем adiós.